сотня севернее Рованиеми. И начинает тут здесь, то слева, то справа попадаться олени. Еще не стада, но вот просто они тут везде бродят, ходят. Против них стоят сетки, чтобы они на дороге не убегали. Пару штук я уже видел, которые выходят, и машина оттормаживать приходится. Вот один какой-то дикий, второй выходит там. Сейчас я попробую подъехать, посмотрим, что получится. Он не хочет. Интересно, могу ли я подойти к нему? Убегает, просто меня игнорирует и отходит. Не знаю, видно ли нет, но очень странно бежит второй. У него вообще фантастично ноги двигаются. А все это вот 30 метров от дороги. Тут какая-то площадка для складирование, видимо, деревьев, когда пилят, сбрасывают. Ну окей, не будем им мешать.